друзья, сегодня совершенно нетипичный для нашей серии выпуск, и мы находимся в автомастерской «Динамика 34», где проходит сборка и восстановление легендарного Plymouth Barracuda 1972 года выпуска. Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть весь процесс сборки, восстановления и окраса кузова, а также понаблюдать за процессом работы мастеров вплоть до каждой мелочи. Поэтому делайте звук громче, наслаждайтесь процессом. А если вы хотите продолжение этой истории, просто оставьте комментарий под этим видео.